18 naked cowboys in the showers at Ram Ranch. Big hard throbbing cocks wanting to be sucked. 18 naked cowboys wanting to be fucked. Cowboys in the showers at Ram Ranch on their knees wanting to suck cowboy cocks. Ram Ranch really rocks. Hot, hard, buff cowboys, their cocks throbbing hard. Современный гладиатор, не горбатый, не рогатый, он бесстрашный терминатор, уничтожит даже брата. Кулаки его набиты, мышцы платиной залиты, тело все его побрито, он готов к смертельной битве. Смертельная битва, руки словно биты, ногти словно бритвы, начался твой смертный бой. Блять, пиздец. То есть первая наша битва не сохранилась. Ну ты чёрт. Блять, можно как-то игру перезапустить? Эй, зачем ты вышел? Я перезапустил. Да блять, я в смысле матч перезапустить. Пиздец. Так что, ребята, подписывайтесь на канал. Добьем до конца года 20 тысяч. И хэштег больше марка ставьте. Да. Это наш первый бой, то, что было до этого, было тренировкой, потому что это, сука, не записалось. Да. Это не каноничный, блядь, это вообще. А почему ты постоянно выбираешь Сэма? Может, у меня прическа такая же в реальной жизни. У нас же бой в реальной жизни. Это я просто... Да. А у меня такой же костюм в реальной жизни. Как это, GPS-камера, да, как это, GoPro Gamer, PlayStation 4 Pro камера, Pro Gamer Move, 3D камера, сзади от третьего лица. Установлено у меня. За мной Человек-паук летает, блядь, Питер Паркер, и снимает. Так. От первого лица. Ты где? Да. No, Mark, не... Ты несёшь. Я тебя видел. Ты черт попал, ты знаешь, с кем связался. Где ты, Марк? А-а-а. Ты сейчас меня увидишь. Когда это никогда... будет последний, что ты увидишь в своей жизни. Ты черт попал, запомни. Блядь. Блядь! Что ты делаешь? Я убежал в конец карты, Марк. Я тоже. Да тебя нету здесь, пиздобол. Сейчас. Иди на так. Ну ты геймер! Так нечестно! Так Boy Next Door играет. Boy Next Door играет. Блять. Я тебе не дам сводить этим моментом. Ах, жаль. Помню, под жопу круто друг другу так пинка давать, блядь. Да, хотел я. А ты, Марк, где? Да ты пошел в жопу, черт! Ты фейк, сейчас Марк. Ты где? Че ты прячешься? Ты меня не найдешь, Марк. Ты, Марк, не... Блядь! Чего? Ой-ё-моё! Жди вторую гранату, ждешь? У тебя нет гранаты. Ай, черт! У тебя тоже мало хп теперь. У меня тоже, да я жду. Голый пистолет. Бокни, чертовой матери! Голый пистолет 3D! Че, Марк, дыранули тебя в КС? Я тебя убью в реальной жизни. Все, теперь закрывай свою дверь на замок, я иду. Я все время закрываю, потому что НТВ в детстве пересмотрел, блять, про бандитов. Чего ты пересмотрел? В НТВ, где типа бандиты в хату вырываются. Реально с детства, блять, ебаный. Кстати, блядь. Да, там постоянно на НТВ такое показывали, я тоже смотрел. У меня привычка, типа, все время дверь закрывать за собой. У меня тоже. Ну, а там такой мужик появляется, это была совсем другая история. Это была, Марк, импровизация, да, согласись. Черт, блять, иди нахуй, пидорас. Что, убил? Это была не импровизация. 3D, Марк? Я помню, я смотрел РЕН-ТВ, и была там теория, что инопланетяне хотят захватить нашу Землю. Ты, Марк Кемпер, ты нечестно поступаешь. Да ну тебя. А вот канал НТВ мне не нравится. Почему? Ну, знаешь... Я даже не
знаю. Не, я с тобой полностью соглашусь, что надо закрывать дверь на замок. Особенно, когда ложишься спать. Потому что фиг знает, дыранут тебя во сне. Да, в ПС. В ПС, да. Дыранул я тебе, блядь, спрайт. У тебя новый спрайт. Мы, кстати, реально, блядь, дрались на ножах. Мы, короче, на ножах, да. У меня день рождения было недавно. И Руслан меня, короче, хотел дырануть. Я увернулся и дыранул его. Конечно, без жертв не обошлось. Почтим память бедного спрайта. Да ты, Марк, где? Ты что сделал, чёрт? Марк попал. По полной петушара. В смысле? Я думал, ты там. Так и делаются дела. Тоже Марк не наблюдаю пока что. Черт попал! Да в смысле, блять? Ты в жопу, Марк. Ты не умеешь играть. Удаляй из друзей, да? Удаляй игру, блядь. Или удалить из друзей два. Удаляй игру. А, давай удалю. Удаляй, Марк, игру. Больше играть не буду с тобой. Нафига ты стреляешь в мою машину? Ты можешь меня убить, но мою машину не убьешь никогда. Ты, блядь, в смысле? Где? Ты пидорать, он сзади был? Какого хуя? Пускай, дружище. Тебя бабло. А вот за машину ты теперь ответишь. Я слышал этого петуха где-то, блядь. Кукарек недалекий. Ну где он? Кто тебя в саду, блядь? Я вижу. У меня нет саду, блядь. Бля! В реальной жизни запал. Это говно игра. Я вырежу все убийства, где ты меня... Да ты меня, черт, убил. Ты, черт, петух попал, блядь, пидорас. Да. Ты не умеешь играть, ты даже в команде не умеешь. Чертиво, блядь. Какое бы вдвоем против друг друга играть? Ты петушара в команде вообще играть не умеешь. Знаешь, что такое командное? Ты, блядь, только киллстрик свой умеешь, единственный, блядь. Куда ты бежишь? Я сзади, долбоёб. Я сзади, долбоёб, ты куда убежал? Серьезно? Да, ты меня не увидел, что ли? Смотри. А я обойду. А, вот. А вот и ты. Как? Вернули тебя в ФПС, да? Марк, читер, ты читер, ты доиграть не умеешь. Какой читер? На консолях нет читов. Ты читы установил на консоль, блядь, петух. Нет. Ты даже не знаешь, тебя дуранули в КС, ты теперь, блядь, на меня злишься. Какой КС? ФПС. Читер, блядь. Скажи, что вырежешь все мои, все свои... Я все твои убийства вырежу, ставлю только где я. Да, как ты меня убиваешь и скажешь, дыранул я тебя, Марк, в ПС, да? Ты славу себе присвоишь. Да, Марк, ты... он начал зачем-то стрелять в стену, блядь, ты не заметил. А вы стреляли. Тебя твое чертило, дружок, блядь, выдает. Габгандонио, блядь. Так помощник потерян. Ты убил моего помощника. Так ему не надо, блядь, этому не... Ты чё, Марк, делаешь? Мне же больно. Не буду ходить, беру тебя граната. Тебе, Марк, не стоит. Ты меня не знаешь, парень. Не знаю. Ты меня, Марк, вообще не знаешь, сынок. В смысле, нахуя я гранату купил, если ее нет? Уходи. А я не успел вернуться. Что, Марк, I can breathe, police, а? Да в смысле перезарядка? Я лох, что ли? Да иди ты нахуй! Да ты пидорас! Я перезарядился вовремя. С хуём во рту. Тебя петухом на зоне быстро сделали, блядь. Сразу определили или через два. Когда, Марк, появится игра Sackboy 3000? И я сейчас имею в виду
игра, которая, блядь, Рому Донского слепок сделали, блядь, куклу. Не знаю. Для анальных утех, блядь, Sackboy 3000. Купил бы такую игру? Я бы не хотел. А кто бы не хотел? Фанаты, блядь, этого петуха хотели бы. Рому Желуди? Да. Его называют еще иногда Рома Донской. Но я его называю Валера Донской, чтоб не путать. Ты, Марк, блядь, убегаешь, знаешь, что я выиграю. Тебя петух нет. Давай на смертный бой выходи. Так я, блядь, бегу, в конце карты говоришь, что ты где в автомобиле? Я, блядь, ебал, нахуя нужен этот ближний бой, если он, блядь, не работает? Тебе, Марк, блядь, реально завтра будет такой сосло. Ты жди, я у тебя за окном буду. Это говно карта. Если бы там была карта метр на метр, это я бы понял. Это Call of Duty Modern Warfare. Там есть карты, типа, что ты не так. Чё, блядь, попался, пирожок? Чё ты сделал? Вызвал судный день, что ли? Да, Терминатор 3. 3000. А ты где, Марк? Я убежал. Заебал, ты как лох убегаешь все время. Никто бы говорил. Давайте не будем им звать. Будем жить мирно, как в Барби и 12 танцующих принцесс. Ты одна из этих принцесс, что ли, Марк? Я тоже? Да выходи, я в конце карты, это заебал. Я сейчас сторону не ПС. У меня уже одно очко есть, что. У тебя, блядь, скоро их будет два, Марк. Сейчас посмотрим. Сейчас ты будешь со своей сладкой попкой. Кверху пирожок. Да ты где, блядь? Где ты? Никуда ты не бежал. Что, Марк, заранули тебя в ПС? Да иди ты нахуй, ты заебал, черт! Я этот ролик выпускать не буду, блядь. Да я тебя убить должен был, почему, блядь, буду больше никогда в рукопашку, сука, драться? В жизни тоже буду с ножа подходить, блядь. Только с ножа, с кастета, да? С ножа в горло просто, блядь. И вам тоже, а ребята, что, кастетом слабо, что ли? Говорю, на вас кто-то нападает, даже не думайте драться в рукопашку. С этим петухом тоже, блядь, особенно, нахуй. Гамадрилом, блядь, опущенным, сланцем, блядь. Эй! Чё, пидорас, блядь? На по жопе, о, я не впечатлен, Марк. А как, подожди, как я тебя... Я же тебя должен был убить. Тебя только тебе здоровье 6% оставалось. Ладно, я знаю, где ты. Все, убил моего дегернаута. Ты че, белоснежный, что ли? Ты петух. Голимый. Я зовут петушок. Где? В смысле? Не понял. Так. Обосрал. Играть научись, Марк. Ты просто играть не умеешь, поэтому ты так боишься. Я ничего не боюсь, ты должен бояться. Ну и где ты, пирожочек мой, сладкий? Ты задница. Ты готов, Марк? Да. В попке будет. Скоро тесно, Марк. Почему со мной бабулька какая-то? Ты черт попал. Ты черт попал, то что сегодня тебе будет весело. Пошел нахуй, черт! Ну да, блять! Сука, ты что сделал? Давай, выходи. Два на пистолета. Давай, револьвер. Ай. Я ж тебе хэдшот поставил, у меня даже видно это. Ты черт. Пошел нахуй, черт. Че, дыранули тебя в ПС? Да иди ты нахуй, пидор. Обосрался, да? Обосрал свои штанцы, пидорок. Че, дыранули тебя в ПС? Стой на месте, я сейчас приду, петух. Ну приходи, давай, тебя жду. Я жду, я тебя жду, давай. Жди. Блин. Голый пистолет 3D, да, Марк? Подожди секунду, только не стреляй, пожалуйста, хорошо? Хорошо. Давай, раз.
Ладно, это запомню. Ты папу забудь, ты папу забудь. Папа твой отработал, да? Здесь помнишь, другие ребята. Джордж Флойд, ты папу забудь, или как там этот Жириновский говорил, помнишь? Ты папу забудь, здесь другие ребята. Ты папу забудь. Папа отработал, да ты как? Иди у тебя пулемет. Вот так играет папочка, запомни. Помнишь, как City Training сейчас будем в попку, да? Да, я помню. Это я с тобой сейчас, Марк. Я с тобой, Марк, сделаю то же самое, черт. Посразить 60 секунд, ты готов? Да ты заебался своим джаггернаутом, черт. Нахуя ты джаггернаута выставил? Давай, конечно, раунд. Ты Марк Лох, согласись, что ты... Ай-яй. Ты опущен, сванец. Папу забудь, твой папа отработал твою свою, да? Все, убил жестоко. Реальный боль. Да иди ты нахуй, Мак. Да твой... Ты пидор... Ну а запись на этом моменте почему-то обрезалась, но как вы уже понимаете, я выиграл со счетом 10-0. Да иди нахуй, я удаляю игру. Петушара, лох! Иди нахуй, Марк, я твой рот ебал. Куколдом тебя сделаю, куколдом. Ну давай без джаггернаутов. Ты где, Марк? Да не гранатами, блядь! Да иди нахуй, ты как это сделал? Ты читерик. Ты мне больше не друг. Ты читеришь реально, пидорас. Я это не да буду нет ролик. У меня читов, я даже не знаю, как это... Напиши, я не знаю, в Naughty Dog и скажи им, что Марк у вас там читер завел. То, что ты сейчас не сдох, это пиздец. Я в тебя выстрелил столько патронов, чтоб ты сдох, я еще и в голову попал. Я просто попал. 50 cents, понимаешь? У тебя... То, что ты после этого петух не сдох, это не настоящее, блядь, это фейк. Ты это... Я тебе, чувак, сделал хедшот. Я тебе два раза хедшот сделал, только после второго хедшота ты умер. Упал. Ты черт. Попал. Че, ты пулемет, у него слишком большая отдача. Ну все, теперь держись. Остался смертный приговор. Полетал лошара? Давай добавим немного драматизма. Ты че, блять, своего вызвал говноеда? Ну, ты вызвал пидораса, что ли? Нет. Хуже. Бляха, муха! Ты думал, что, блядь, дохуя умный, да? Чёрт. Блядь, нахуя здесь это говно нужно? Ты, блядь, а ты прыгай, уёба! Ну ты, Марк, перестань читерить, серьезно. Да ты не чит... Я тебе два раза хедшот поставил, только тогда ты умер. Хочешь, что ты не читеришь, Марк? Качал себе читы, блядь. Какие читы? Я тоже сегодня игру установил. Установил читы, блядь, сегодня. Ты черт попал. Блядь, сука. А ты где, Марк? Далеко. Можно гранату кинуть? Нельзя, не кидай. Сука, тебя хедшот был. Это убийство. Попробуй хедшот мне поставить. Ох. Боишься? Я не боюсь. Смотри. Ты петух боишься, признайся. Окей. Да иди в пизду, я тебя убью. Это дерьмо ебаное. Я поставлю 0 хп, блять, чтобы у каждого было. Чтобы просто старт нажимали и умирали сразу. У тебя персонаж, он не умирающий, блять. Я столько пуль садил, ты не умираешь. Ты заебал. Чувак, это не смешно, блядь. А нафига ты читы используешь? Иди нахуй. Тебя даже нету, ты даже по карте не бегаешь. Ты спрятался и ржешь сидишь. Дерьмо игра, блядь. Ты даже не умеешь играть. Я раньше тебя мог как лоха попускать, а теперь ты читы себе скачал, зная специально, блядь. Поэтому меня позвал. Вот, видишь, ты даже меня через стену убить хотел. Пизду эту игру. Ты читы вырубить, не забудь, лох.
Фагбо. Постойте, голову в жопу засуну, погоди. Давай, 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 гоу! О, секс мужской. Это на превью будет. Давай еще раз рукопашка. Давай, знаешь что? Давай какашка, пидорас. Чё, блядь, давай, как тебе такая рукопашка, чёрт? Ты если думаешь, что ты такой дохуя крутой, блядь, то ты ошибаешься, петух. Я-то тебя видел. Ты меня тоже видел. Без гранат, без гранатами? Без гранат, мат. Да как ты меня убил, пидорас? Чёрт, Слава, разбирай твой канал. Пысого гонять, давай, Марк. Петушара, о! Сука, блядь. Ладно. Маркуша, где же ты? Эй! Два гомика там сидят. Два Марка. Пидорас. Ты со спины только и умеешь убивать. Давай рукопашку. Точно? Давай. Какие гарантии? Давай рукопашку. Давай я медика убью в рукопашку. Не стреляй! Так я в медика. Давай убьем его вместе. Убей его, убей его. Давай рукопашку. Раз, давай, два, рукопашку. Три. Готов? Давай. И ты чё стреляешь? Стой, у меня, я отрегениться должен. Ты чёрт. Давай, секс с мужчиной. О, голову в жопу. Вставил. Мужской. Она. Ну что чертила-то, где? Погоди, почему я не стрелял, блядь? Он не стреляет отсюда, это пиздец. Я, блядь, ненавижу эту игру. Хороший шум. Спасибо, Нил Дракману. Убить Марка 2. Вот, скрыт на экране. С открытым финалом, да, Марк? Я это не буду выпускать. Я только ставлю, где я тебя убивал, и все. Еще раз играем. Так, до утра. Сколько времени было? Он уже 2 часа ночи почти. Я иду, чувак, за тобой. Красиво. Марк Монтенегро. Марк Монтенегро. Сперва разберусь с твоим помощником. Помощник. Нет! Давай, Марк, прямо как в кино. Да как? Спасибо. Я тебя убил? Да. Поздравляю, тебя ранули. Я только этот момент ставлю весь ролик, блять, все. Зря гранату поставил. Да? А я, кстати, спасибо, что напомнил. Честная игра начинается. О, привет, Марк. Блять! Нет! Блять, нахуя я помощника сделал? Моя тактика идет. Попробуй этот раз. Петух. Here you go, boy. Boy. Марк готов? Yeah. Честная битва. Ну давай попробуй, найди меня, лох. Я тебя вижу. Шучу. Эй! Рукопашку. Еще раз рукопашку. Давай еще рукопашку. Давай рукопашку, Марк. Давай рукопашку. Ты готов? Называется честная победа, моя тактика. Ой! Всем спасибо, ребята, за просмотр. В данном видеоролике я показал вам гайд. Называется честная победа. Вот что она означает. Вы, ребята, делаете так. И вот где-то, вот когда остается секунд 15, говорите своему противнику, что вы на самом деле его наебываете. И что вы спрятались на карте. А, ну я бегу на площадь, Марк. Ты можешь на видео потом посмотреть. О, как же так? Всем спасибо за просмотр. Это была честная победа. Хэштег kill me. Давай.
А теперь моя тактика, честная победа, согласен? 15 минут. 15 батов? Давай. Вот так, хэштег честно победил. На кулаках или стреляем? Стреляем. Ну, тогда стреляем. Я стреляю. Как? Я же, блять, уклонился. Ты сзади, да? Пиздобол. Когда у тебя кто поглядывал эту пиздобол? Ты можешь посмотреть её на зад. Комкокович, блять. Чё, блядь, поиграл? Чтоб ты сдох, Марк. Ты у мамку ебал. Ладно, тут мамка, ты что? Штек удали колду. Да пошёл нахуй, пидорас, ты, блядь, вообще бабу-то вызывал. Шлюху. Ты это вырежешь? Марк Монтенегро. А ты с какой стороны, Марк? Черного кабинета. Ты меня вынудил, я вызывал джаггернаут. Не надо вызывать джаггернаут. I'm calling to police. Ah, he has a dick. Рэмби, чёрт возьми. Каратель 2, 3. Хороший фильм. Хэштег. Сон умирает. Хэштег Марк убей не... Марк? Да. Марк. Сейчас реально понимаешь напряжённый момент, согласись. 30 секунд осталось. Ладно, ладно, все, ты мне выиграл. Давай, посрать за 12 секунд. Давай, честная победа, хэштег. Ура! Честная победа, хэштег. Не, давай, выходи. 10, давай в рукопашку, да? Давай в рукопашку, давай. Давай, давай. В рукопашку. Пидорас. А, 9-9, ничья. Ничья. Ну, победила ничья. Дружба, согласись. Победила дружба, согласись, да. Ну что, дорогие зрители, с вами был я, Марк и Чёлочник. Вы увидели легендарнейший бой, который вы не увидите на канале РЕН-ТВ. Мы, ребята, вас любим. Спасибо, что смотрели. И пошли нахуй с нашего канала. Точно. Пока. Нет, не, стой, в кадре. Типа так отклонись, и мы типа подкроем такие. Давай. На счет три, да? Я делаю вид, как будто снимаешь высшего подписчика. Съеби нахуй. Какие пидорасы, блядь.